песня. Че? Какой кошмар! Я думал, что изменений никаких не будет. Чтобы не пропускать новые ролики и стримы, подпишитесь на бесплатную рассылку уведомлений ВКонтакте. Для этого вступите в группу канала по этой ссылке, нажмите на изображение колокольчика в меню, нажмите подписаться и разрешить. После этого вы будете получать уведомления о новых роликах и стримах в личные сообщения из первых рук. Подписывайтесь на бесплатную рассылку ВКонтакте. И тогда вы точно ничего не пропустите. Приветствую вас, земляне! С вами пришелец Саймон и... Да иди ты чё? И зависающий Магмен, да. Продолжаем, точнее заканчиваем играть в Cuphead. И остался у нас на повестке дня дьявол. Да, почему-то он довольно скромненько так живет по сравнению вот с этим дворцом-казино. Ну... С другой стороны, тут же должна быть и клиентура, и все дела. Хотя игроков в казино-то, наверное, поменьше будет, чем грешников, которых надо жарить в аду. Ну да фиг с ним. Давайте сделаем так. Поскольку неизвестно, сколько займет эта битва по времени, я предлагаю посмотреть для начала сразу плохую концовку. Так, дьявол в эпизоде жутко весело. Я как раз вот в отдельный файл эту плохую концовку сохраню. Она у меня будет записана, и я уже не буду париться насчет записи геймплея основного. Давай, давай, тушься. Песочные мои часики. Так-так, вот это я понимаю, успехи. Одолеть эту шестигранную бездарь. Да еще и собрать все договоры. Ну-ка, давайте их сюда. И мы должны для плохой концовки их просто отдать. Мы их собирали, получается, вот выбивали долги из этих персонажей в прошлых сериях, и вот, пожалуйста. Теперь твоя душа принадлежит мне, и нам с тобой будет чертовски весело. Ну, это на самом деле не очень правильный перевод, потому что ваша душа, как бы, он же к братьям обращается, к обоим. И вот мы стали приспешниками дьявола. За то, что выполнили то, что он просил. Так. Это решили не переводить почему-то, я не знаю. Наша искренняя благодарность членам нашей команды. Ладно, неважно. Я думаю, мы в следующий раз это перечитаем. Здесь такая вот более грустная, такая мрачная, я бы даже сказал, музыка для этой концовки. Ну-ка. Можем быстренько даже промотать. Давайте ближе к концу так промотаем, полностью смотреть не будем. Может, нам что-нибудь скажут интересное. Так. Анна Русский, Анна Киселева, да, это официальный русификатор, понятно. Кристофер Мэддиган, ага. А, музыка дальше не играет. Алана Бриджвотер, это та, которая Кинг Дайса озвучивает, ну как и его вокал. А, мистер Кинг Дайс, да. Это женщина поет, если кто не знал. Конец. Но при этом все равно игра начинается заново, то есть это не как Чара в Undertale какая-нибудь. Чё? А нет, вы слышите это? Песня играет наоборот. Какой кошмар. Да, давайте вернемся в игру. Давайте вернемся, я не хочу это слушать. Ну, я же нечаянно ее открыл. Ну, то есть, ну не нечаянно, но я думал, что изменений никаких не будет. Я хотел сказать, что это не как с Чарой из Undertale. Раз встретился, то все, игру бесповоротно сломал и на пацифиста. На хорошую концовку нормальную пройти больше не можешь. Тут можно и на хорошую потом пройти. Теперь давайте приступим к битве с этим чудовищем. Я думаю, что мы, наверное, оставим все как есть. Пока попробуем с этим сетапом, что называется. И невидимость тоже оставим. Жутко весело, поехали. Так, шестигранную бездарь. Нет, не отдаем контракты. Да-ба. О, зависло. Решил надуть меня, как остальные.
И я тебе покажу, как слово нарушать. Защищайся! Вот он на нас злится и будет делать нам наказание, кару адскую, что называется. Так, давай. Так, ок. Наш магман сразу пугается. Так, паучья голова. Так, ой-ой-ой, она меня уже стукнула. Так, вот этого надо отстреливать, он... Он неприятный довольно типок. Ой, блин, это надо как-то удачно подпрыгивать, он, когда он делает эти аплодисменты. Ой. Вот подвисает игра, мне это не нравится. Ты нарушил наш уговор, а он был дороже денег. Ну, и вообще-то я принял твой договор, и ты меня сделал приспешником, поэтому мне не понравилось так. Так, тут будут всякие неуязвимые шарики. Ну, хорошо, что на них самонаводка не наводится. Такого, блин! Надо было опрыгнуть его. Ладно, будем учиться все это обходить. Да, не забываем делать увороты. Хорошо. Ну, одно здоровье, это уже как бы все. На-на-на-на-на. А, трудно поймать здесь момент. О, хорошо. О, вот так можно делать это. Ай, блин, это тоже вредит, оказывается. Ёлки ж ты. Да. Хорошо, начинаем. Так, давай, не бойся. Стреляй. Чьи кнопки, блин, не вижу. Так. Все окей пока. Опа! Блин, все равно попался. На-н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 а. Ай, ты маленький говнюк, а! Подлавливает, скотина. На. Уф. Нет, тут сложно вот с этими лапами. Чё-то это оружие как-то слабо вообще стреляет. Я думал, что оно наоборот хорошо, с киндайсом оно мне вон как помогло. Ай! На-на-на-на-на-на-на. Ай! Нет, тут лучше на самонаводку переключиться. Так, на-на-на-на-на-на-на. Опа. Ай, да что ж такое-то? На. Получай, ах ты. Да блин, не, мне кажется, я тут туплю. Тут все проще как бы намного, мне кажется. Опа. О, это он отсюда. Да, это самое легкое. Да блин, вот как поймать момент, когда нужно прыгнуть? Не, как только он хлопает в ладоши, ну никак не могу здесь. Вот видите? Видите, что происходит? Все равно этого недостаточно. Ай! Да долбаные шары! На-на-на-на-на. Отлично. Ну блин, ну как это? Что это? Как это? Блин. Не, тут что-то надо изобретать. Сейчас, давайте подумаем, что тут можно. Ну как бы у меня невидимая бомба есть, но он как отфутболивается, это все равно, это намного, слишком надолго остаются эти лапы его длиннющие. Что делать-то? Я даже суперудар не успеваю накопить, он трудно пробивается. Может быть, взять вот так, ну вот так, например. Хотя станет ли это проще, а? По-моему, хуже. Так, на. Давайте вот это его. Так, он отсюда. Хорошо. На-на-на. О,
О, вот в этот раз получилось. Но это прям реально как случайность. Ай, сколько их тут много. Огоньков-то, ёлки. А, но это оружие хорошо бьет. Очень хорошо бьет. Прям офигенно. Надо переключаться вот между ними. Мне кажется, вот с этим и придется сражаться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ух, убежал. Убежал от змеюки. Ну вот, как подгадать нормально-то, ёлки. Ай! И парировать, вот, блин, только сверху ему вот принципиально прыгнуть. Так, тут, мне кажется, лучше переключиться. На-на-на-на-на. Ну да. Но я почти перешел на эту стадию. Значит, надо оставаться на этом оружии. Так, давай, змей Горыныч. Ну как, Горыныч? У тебя башка всего одна для этого. Ну ладно. Блин. Ай, да ёшкин ты. Да я забываю, что можно же увернуться нормально. Так, паучью голову лучше самонаводкой, наверное, бить. А хотя я и так по ней не попадаю. Ёж, ты ж, ты твою медь. Опа. А, можно подпрыгнуть и сделать рывочек. Ай. Не, ну когда вот эти на тебя наводятся, это жесть, конечно. Выносим, выносим, выносим. Опа. Вот в этот раз получилось. Немножечко подождать, совсем немножечко, когда вот уходит за рамки сверху. Ай. Ай-яй-яй-яй. Вот опять на самой вот грани остаюсь. Вот почему он здесь появился, этот шар? Ну откуда я мог знать? Это уже нечестно. Это уже нечестно. Здесь ни одного здоровья потерять нельзя. Потому что дальше пойдет еще сложнее. Вот превращайся почаще в змею, а? О, вот как-то получилось, но это абсолютно случайно. О, одну уничтожили. О, блин. Я забываю, блин, вашу специфику действия. Да что ты будешь делать? Чё я жму уже, блин, непонятно что. Опа. Получай, 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 получай. Ну пора, 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 пора уже. Ой, опять какие-то... Ладно, обошли. Так, откуда? Отсюда, хорошо. На. Давай, ну пора, мне кажется, уже. Мы уже долго с тобой сражаемся. Во! Вторая стадия, наконец-то. Ах, ты это... Тут урон, оказывается. И от огня. Великолепно. То есть тут не просто взял и прыгнул в дырку, и ничего тебе не угрожает. Фиг там. Никто не станет у меня на пути. Ничего, ща мы быстренько все с тобой разрулим. Получи, 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 получи. Так, отходим. Сейчас он провалится в дырку, и мы за ним вниз. Так, хорошо. Ой-ой-ой! Не надо еще мне тут подвисать-то. Так, секира. Да, она идет по кругу. Ой! Бомбочка. Ой, на, а, проклятая секира. Опа, это нужно подрывать. Осторожно. О, третья стадия, да. Кажется, можем суперудар сделать, если что. Ау, блин, я думал, отпарируется, ну ладно. Неплохо, 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 хорошо. Но не факт, это не факт, что у меня получится это повторить. Хотя, кто знает, при мне суперудар, может, и прошел бы, а? Так, не, это было глупо. На-на-на-на-на-на-на. Так, от паука мы... Тьфу ты, блин.
Я не то нажал, ну ладно, хоть, ну все равно спасли себя. Получай, паучище. Ой-ой-ой, наверх, скорее стреляем. Ага. Великолепно. Готовимся. Хорошо. На-на-на. Ой. Аккуратненько. Осторожно. Ой. Есть. Стреляем. Опасаемся секиры. Осторожно. Блин, я не то хотел сделать, я путаюсь. На-на-на, получи. Да что ж то... Ох ты. Блин, аккуратно, черт. Это можно отстреливать, эти штуки. Ах, блин. Я перешел на последнюю стадию. Есть шансы. Ой, сейчас вот самое неприятное пойдет. Да. Вот эти огоньки, это прям вот вообще. Ой, скорей. Хорошо. Да, замечательно. Ну тут уже известно, что нужно делать, поэтому все нормально. Так, ну тут, мне кажется, сама наводка все-таки будет лучше, потому что тут много надо прыгать и скакать. Ау, блин, задела меня эта секира. Хорошо. Ну тут я дальше уже вряд ли пройду, только если совсем уж нахрапом и на адреналине. Ну вот видите, все должно быть идеально, потому что там нужно все здоровье, какое только можно. Ай, блин, Икс, не забывать. Ладно, уж потерплю немного. Ах ты, зараза. Ну смысла нет, но я попробую. Я попробую, а то, ну мало ли. Как там, я знаю точно, невозможно, да? Блин. Можно и в него, и в этой прям стрелять. Просто подпрыгивать и постреливать. Не обязательно на самонаводку переключаться здесь. Получи. Так, на-на-на-на-на. Ой, фух. Мамочки. Ай, ну блин, вот эти шарики, я их ненавижу. Какие противные, просто жесть какая. Ох, господи. На, о, хорошо. Так, идем. Аккуратно. Ой. Хорошо. Пробиваем. Хорошо, что он урон тут не наносит. Ой. Получай. На. Осторожно, черепушки. Так, вот этих дьяволят надо подстреливать. Так. На. Получай. Ой. Осторожно. Да хватит. Давайте на следующую уже меня. Ой. Так, все, он плачет. На. Получай. Нокаут! Как бы и все.
И это финальный босс, да? Окей. 2 минуты, 2 здоровья, 2 парирования, 5 из 6. Рейтинг B+. Да я на все А сделал. Не надо мне тут. Ой. Да ладно. Это даже смешно. Братья держали победу над дьяволом, и наконец он запросил пощады. Мы должны бы проявить милосердие. Усмехнулся Чашек. А это Капхэт, наверное. Сам вот этот красный. Но мы еще не закончили. С этими словами Чашек и Кружек уничтожили все договоры и спасли обитателей Чернильного острова от вечного служения дьяволу. Ох, дождаться не могу, когда мы всем об этом расскажем. Сказал Чашек, и братья поспешили домой. Я тоже всем бы вот сейчас рассказал, но я и покажу. Я надеюсь, если все будет нормально. Кто последний тут мылится? Закричал Кружек, и они припустили еще быстрее. Прибежав домой, братья собрали всех обитателей Чернильного острова. Вы больше ничего не должны дьяволу, объявил Чашек. Все, властью покончено навсегда, добавил Кружек. Старый чайник в буквальном смысле слова засиял от гордости, когда обитатели острова начали скандировать «Слава Чашеку и Кружеку! Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура!» Да, замечательно. И начался веселый праздник, но прежде братья пообещали никогда больше не искать проблем на свои фарфоровые головы. И они сдержали свое обещание, пока проблемы не нашли их. Но это уже совсем другая история, которую мы до сих пор ждем, когда же выпустит наконец-то это несчастное DLC. И... конец. Вот это уже хорошая концовка. Итак... такие вот дела. Так, наша искренняя оценка с членом нашей команды, которые... чья лояльность и креативные усилия сделали вот это вот производство, возможно, вот этот продукт. Ну, как-то так. Как успел, так прочитал. В общем, такие вот дела. Тут уже более музыка такая жизнерадостная, все дела. Мы довольны, все довольны. Красота. По-моему, это очень просто. Да, вначале было сложно, непонятно там, как сделать прыжок. Вот эти шарики очень неудобные. И вот этих дьяволят вот сверху я не помню. О, слушайте, женский вокал, да? И вот эта голосина у нее, конечно. В общем, не, я до сих пор в шоке, мне нечего сказать. Надо будет посмотреть, кстати, сколько времени это у меня заняло. Но я думаю, не так много. Мы, можно сказать, только сели. Только разогрелись, еще даже бомбить не начали и не начинали. В общем, хорошая связка, подковы молодцы. Самонаводка, ну, не так, чтобы молодец в данном случае, но самонаводка, она вообще всю игру практически у нас затащила. Промотаем титры, наверное. Ну-ка, Дарья Шапиро, Александр Скаковский и Анна Киселева. Вот эти три разработчика русификатора официального. Ну, давайте все промотаем. Я надеюсь, что нас в конце там нормально встретит нормальная музыка, а не та реверсированная жесть. После плохой концовки, которую мы получили. Anymore, да. Спасибо, Алана. Да, ну тут, кстати, уже слышно, что это женщина. МДХР представляет. Ну-ка, давай, when Cuphead is. Ну, все, на этот раз все хорошо, жизнерадостно. Такие вот дела на пацифистов, ранэнганы, на все боссы на уровне эксперта, на оценке S я проходить не буду. Ну нафиг, эта игра и так достаточно из меня все высосала. Тем более, что не стоит она тех просмотров, которые мне она немногочисленные приносит. В общем, я доказал себе, что я могу победить и дракона, и Кинг Дайса, и дьявола, и робота, и вот это все. Как казалось, это было сложно, бомбило, но... В конечном итоге ты находил какое-то решение, комбинировал какие-то оружия, и все выходило довольно удачно. И оказывалось, что на самом деле тут в большинстве случаев, не везде,
Не везде, но в большинстве случаев все решает именно правильная подготовка. Правильный подбор оружия, правильная стратегия, правильные суперудары выбранные. Спасибо за то, что смотрели. И если вам понравилась эта серия, то ставьте палец вверх, подпишитесь, позвоните в колокол, поделитесь этим видео с друзьями и оставьте комментариев, да побольше. У меня есть группа ВКонтакте, личная страница ВКонтакте, страница в Инстаграме, Дискорд-сервер и канал на Твиче. Обязательно добавляйтесь в друзья и подписывайтесь. С вами был пришелец Саймон. Игры сводят нас с ума в хорошем смысле. До скорого, земляне. Пока!